12 июня вся страна отмечала государственный праздник «День России». Не остался в стороне и наш город. В этот день во Дворце культуры состоялся праздничный концерт под названием «Поем тебя, Россия». Началось мероприятие с торжественного вручения паспортов Российской Федерации. 5 юных жителей Амурска навсегда запомнят этот праздничный день. Вручение паспорта – очень волнующее событие в жизни. Хочется надеяться, что эти ребята будут достойными гражданами нашей великой Родины. Паспорта вручал заместитель главы города по социальным вопросам Елена Николаевна Захарова. Россия – огромная и богатая, прекрасная страна. Россию мы зовем Родиной, потому что мы здесь родились. Мы любим нашу страну, славим ее добрыми делами, храним в памяти песни, сказки, скороговорки и поговорки. Песенное творчество шагает в ногу с историей нашей страны. Вместе с народом песня переживала все – горе и радость. В этот день творческие коллективы Дома культуры исполняли всеми любимые песни – от казачьих народных до итальянских. Самым веселым моментом был сюрприз, подготовленный организаторами концерта. Ведущий Александр Горбунов с помощью лотерейного барабана выбирал номера билетов. Трем женщинам посчастливилось вспомнить русские пословицы и поговорки, а взамен получить молодильные яблочки. Но это еще не все. Также был выбран молодой человек. Ему досталось простое задание – в наушниках исполнить русскую народную песню «Калинка-малинка». Полюби же ты меня. Ходит враг. Полюби же ты меня. Вообще другое поет абсолютно. Калинка, калинка, Серега, моя, саду ягода, малинка, малинка моя, калинка, калинка, калинка моя, саду ягода, малинка, малинка моя, калинка, калинка, калинка моя, саду ягода, малинка, малинка моя, ягода, калинка, калинка моя. Малинка, малинка моя. Давай. Там же написано. Все, что ли? Да, 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 да. Простите. Сережа, очень здорово. Мы великолепно получили огромное наслаждение от твоего выступления. Такого наш зал еще не видел, поэтому... Из волшебного пакета я достаю главный приз сегодняшнего концерта. Это сертификат в магазин «Атлетика» на 1500 рублей. Серега, пожалуйста. Спасибо огромное. Аплодисменты Сергею. Великолепно. Наша страна славится песнями, танцами, а также здоровым чувством юмора. С праздником, дорогие сограждане! Она давно уже в пути, всякое бывает, не грусти. Любовь тебе вернется, души твоей коснется, и ей не важно знать, где я тебя искать, прогонит прочь потерь.
мой жених у ворот, жених у ворот, дашь ты дается. Вывели ему, ой, вывели ему, вывели ему чернокривого коня. Это не мое, ой, это не мое.